Расскажу вам, как приготовить брускет с помидорами и брынзой. Это отличная закуска для любого повода, простая и очень вкусная. Угощайтесь! Ох, сколько же мы уже закусочной моды пережили. То в моде были бутерброды, то канапе, то тарталетки, а теперь вот рейтинг озаглавили брускеты. Попробуйте, ведь это так вкусно. 1. Багет нарезаем ломтиками и сушим в духовке или на сковороде гриль, сбрызнув оливковым маслом. Можно воспользоваться тостером. 2. Натираем каждый кусочек чесноком и даем остыть. 3. Авокадо и вяленые помидоры нарежьте. Брынзу и творожный сыр смешайте до пастообразного состояния и смажьте это смесью брускеты. 4. Выложите сверху авокадо и помидоры, по желанию, посолите, поперчите и украсьте свежей зеленью. Приятного аппетита!